Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будет видео о таких больших покупках из зоомагазина. Вот, ну что ж, давайте мы уже начнем. Я тут куплено в трех зоомагазинах. Вот, давайте начнем с первого. Первого, это вот такие колбаски от фирмы ProDog. Курица с индейкой, вот такие вот. Купила Лёля с Мишей. Сделано в Австрии. В зоомагазине Бетховен. Следующее, что я купила, это от фирмы NeoFarmavit. Это совершенство шерсти, это вот такие витаминки, в общем, чтобы для красоты шерсти. Это купила Миша, чтобы у него была красивая шерсть. Вот такие вот витаминки. Я их купила в зоомагазине Зоодом. Купила это вот такие вот лакомства от фирмы Мнямс. Вот такие вот квадратики мясные. Вот, надеюсь, вы видели. Это, в общем, треска и ягненок. Это я купила Мише с Лёлей. Также больше Миша, потому что ему такие вот, таким размером вкусняшки, как раз по размеру. Купила это в зоомагазине Зоодом. И что я купила? Это вот такая вот расческа от фирмы Триол. Вот такой вот гребешок. Это для Миши, так как его сломался. И я вот купила ему новый, но нигде не могу найти вот такой вот. Сейчас вставлю фотографию сюда. Вот, если кто живет в Белгороде и видел такой, можете мне написать в комментариях, где вы такой купили. Я не могу. Или где вы такой видели, потому что я нигде не могу его найти. Купила это в зоомагазине Зоодом. Так, следующее, это вот такой домик для грызунов. Вот такой вот он. Это купила моему хомячку, так как он у меня сирийский хомяк, но он у меня маленьким размером, потому что я его брала, и он был маленький. То есть, если я так приложу, там ему как раз места достаточно много, он сюда влазит, ему подходит очень хорошо по размеру. Ему тут будет хорошо спать. Сейчас я вам покажу, как он спит в своем сейчасшнейшем домике. Хомячок сейчас залез вот сюда вот себе в домик, ему там очень хорошо спится. Эй, привет! Вот, он себе туда опилок натащил снизу, он снизу там спал, в общем, вот, но ему там хорошо. Следующее, что я купила, это вот такая вот, такие колбаски, не знаю, в общем, полосочки от фирмы VNP. Я купила это в зоомагазине Бетховен. В общем, это вот такие вот полосочки со вкусом мяса, говядины. Вот, написано, что 100%. Сейчас посмотрим, если тут написано. Вот ингредиенты. Здесь вам видно. Тут фокуса я не могу сделать, потому что это не та камера. В общем, вот. Говядина, утка, глицерин, растительный протеин, крахмал, соль и расширенные яйца красители. Короче, говядина, утка, это на самом первом месте, значит, оно в самых больших количествах. Это уже очень хорошо. Купила это, в общем, вот такие вот колбаски от фирмы Мнямс. Такие три колбаски со вкусом говядины. Все, не знаю, что больше вам сказать. Купила в зоомагазине Зоодома. Это зоомагазин Бетховен. Возможно, уже сказала это. Ой, ладно. Уже от фирмы Мнямс я купила вот такие вот, как ассорти. В общем, тут как сердечко, облачко и косточка для собак, для дрессировки. Это Лёля и Миша будет. Купила в зоомагазине Зоодом. Вот такая вот упаковка. Так, смотрите, я купила 3-4 вот такие консервы. Ой, Лёля пришла. Ну ладно. Всё ты. А? Собака. Лёля, вкусно тут запахло, да? Ай, ещё уйди. Не мешайся. В общем, тут вот такие три консервы от фирмы Мнямс, вот именно такие. Тут паштет с кусочками в соусе для щенков. Это для маленьких пород с кусочками в соусе и... А, нет, не для маленьких, это просто для собак. Тут маленькая порода нарисована. Это с ягненком, это с мясом курицы, а это с говядиной. И еще вот такой вот консерва Мнямс. Фрикасе по-парижски с индейкой и пряностями. Пряностями. Да, Лёля? Смотри, собака на тебя похожа. Нет, ты страшнее. Да? Тебя расчесать надо совсем уже. Страшненькая стала. Ну ладно. Вот такой вот 200 грамм здесь. Это я купила вот эти все консервы в зоомагазине Зоодом. Это зоомагазин Бетховен. В общем, такая вот игрушка из канатика сплетенная. Это для Миши, чтобы он мог там погрызть, побегать с ней. Ну, очень прикольная штука. Вот такая вот. Разноцветная. Это от фирмы Доктой. Мажор Доктой. Это вот такой вот корм для хомяков. Купила для своего хомяка Куки. Вот
купил в зоомагазине «Зоодом». Это от фирмы «Падуван». Вроде. Может, я ошибаюсь. Ну, вроде так должно читаться. Такой вот корм. И следующее, что я купила в зоомагазине «Бетховен». Там просто в «Бетховене» не было для хомяков, а в этом, в «Зоодоме» не было для шиншилл. Ну, как бы вот так. Поэтому в разных зоомагазинах купила. Но фирма одна и та же. А это для шустрика. Вот такой корм. Тоже от фирмы этот «Падуван». Может, или «Падуван». Или «Падуван». Ой, ладно, все, без разницы. Вот такой вот корм, тут такой, ну, что, ну, тут написано, нарисовано, что находится внутри, а тут вот что внутри находится. Но корм этот достаточно хороший, поэтому взяла я его. Это фирмы Мнямс, это вот такие вот косточки мини. Вот такие вот, ну, думаю, все их знают. Вот, купила в зоомагазине «Бетховен». Такие вот, это Миша с Лёлей для дрессировки. На Мишу это маловато будет, но я буду ему по две, наверное, давать. Вот. Чё ты тут нюхаешь? Чё ты нюхаешь, а? Нюхалка. Да, влезет под руку, Лёля. Уйди, пожалуйста. Вот, давайте дальше. Для Миши это вообще вот такие вот пакетики. Кстати, стоили они достаточно дорого для пакетиков. То есть они стоили почти 200 рублей, два пакетика, понимаете? Я не знаю, что в двух пакетиках может быть так дорого. Да, Лёля сама в шоке просто. Извините за мою ногу. Да, Лёля? Лёля в шоке. Собака, тебе надо расчесать. Все, уйди, пожалуйста, пока что. Не мешайся мне. Такие два пакетика, это чтобы я могла убирать за Мишей. Фирма Ферропласт. Ну, Ферропласт достаточно дорогая фирма, поэтому им так и стоит. Следующие, кстати, вот эти я купила в зоомагазине «Бетховен». А вот это от фирмы «Зоогурман». Я искала везде консервы с рубцом и нашла ее. Говядина с рубцом и потрошками. Это от фирмы «Зоогурман», мясное ассорти. Я купила это в зоомагазине «Зоомаркет». Да, «Зоомаркет». Вот такая вот консерва большая. Вот. Купила это от фирмы «Парадокс» в зоомагазине «Бетховен». Консерва для собак «Дичь с клюквой». Купила для Лёли и для Миши. Вот такая вот консерва. Фирма «Парадокс». Тут 400 грамм. Я купила от фирмы «Титбит». Это вот такой вот крекер говяжий XL. Это я буду давать и Мише, и Лёле. Вот такая вот мягкая упаковка. Лакомство для собак. Все. Не знаю, что еще объяснить. Купил за магазин «Бетховен». Ребята, чему я очень рада. Мне дали вот такой вот мячик от фирмы «Мнямс». Смотрите, ешь «Мнямс, болей за наших». Там, в общем, нам давали такую вот бумажечку. И там за каждую вот такую вот упаковку, к примеру, лакомство или вот за колбаску, ну, за каждое лакомство от «Мнямс», тебе дают одну наклейку. Надо было собрать 10 наклеек, и ты получишь такой мячик. Я собрала. Вот все у меня тут есть. И мне дали вот такой мячик. Да. Мне как бы и хочется и Мише его дать, и себе оставить. Мне жалко как-то Мише давать. Он сгрызет его в первый день и ничего не поймет. Но мячик очень прикольный, очень прикольный. Мне прям он очень нравится. Блин, ну бьет. Ну, в общем, это были все покупки из зоомагазина. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока.